Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче, напомню, мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере, однако мы себе иногда позволяем немножечко поговорить не просто в значении «не только» и не просто в значении «не совсем простыми словами» о нашей вере. А иногда, как кажется, разговор вообще пойдет не о вере, не о православии, не о христианстве, но в том числе, по раскрытию каких-то важных аспектов, вы поймете, что, оказывается, это имеет прямое отношение и к вере в том числе. Не знаю, известно ли вам, но одно из имен Божьих — это красота. И, соответственно, все, что нам позволяет увидеть, заметить красоту в окружающем мире, одновременно помогает и заметить и Бога в нашей жизни. Эта наука получила название эстетика, наука о прекрасном. Мы сегодня захотели поговорить об эстетике и о том, как можно постигать Бога эстетически. Но, естественно, вопрос, как вы видите, лежит в плоскости философии. И как не философа нам пригласить в студию для того, чтобы он высказал свое экспертное мнение. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Лишаев, доктор философии, профессор Самарского университета. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергий. Ну что же, я, пожалуй, начну с того, что немножечко, может быть, возражу на ваши слова об экспертном мнении. Да, дело в том, что мы находимся сегодня в такой ситуации, социальной, культурной, ментальной, в которой действительно любой человек, он выступающий, в частности, в публичной какой-то площадке, он непременно должен быть экспертом. Угу. Такой вот некоторой тирании экспертного мнения. Да? То есть, если ты не эксперт, то ты не человек, и, так сказать, твое мнение не имеет значения. Но в некотором смысле это, конечно, такое очень жесткая такая редукция, очень жесткое сужение. Вот можно ли священника назвать экспертом? Священник эксперт по спасению, по богослужению? Наверное, это вообще нет. Приложимо? Да, он учился, закончил семинарию, может быть, духовную академию, там, да, действительно. Но он не является по определению экспертом. Так вот, философ — это как раз тоже человек, который не может быть экспертом по существу дела. Mm-hmm. Да? Потому что если он эксперт, он не философ. Что такое эксперт или специалист? Да, это специалист. То есть тот, кто занимается какой-то узкой областью. То есть чем-то, что находится внутри мира, что есть нечто частичное, и вот он в этом чем-то глубоко, профессионально, всесторонне разбирается. Угу. Если мы говорим о первом и последнем, об альфе и омеге, если вспомнить как бы, да, вот, евангельские слова, или говорим об истине, о бытии, о добре, о красоте, подобного рода предметах, о сознании, то это первое и последнее. Соответственно, это то, что не может быть поставлено перед нами как объект. Это то, чему мы всегда уже принадлежим и в чем мы себя уже заранее находим. То есть мы можем быть посредниками, как и священники, которые посредствуют в данном случае между Богом. То есть такая медиумная личность. Медиумная, да. Потому что, нет, понимаете, когда мы говорим о чем-то, мы можем это поставить перед собой и быть субъектами, экспертами, те, кто владеет предметом. Угу. Если же мы говорим о первом и последнем, если мы говорим о принципах, о началах, то это то, к чему мы сами, а не потому и начало, что их нельзя обойти ни сбоку, ни сзади, ни сверху, ни снизу. Мы всегда уже как бы принадлежим тому, о чем мы говорим. Мы это артикулируем, мы это выражаем. Да? Мы пытаемся это понять, мы пытаемся это помыслить, но мы не можем быть специалистами, например, по сознанию. Угу. Нельзя быть специалистом по сознанию. Можно быть тем, кто это сознание являет, артикулирует, размышляет о нем, например. Замечание принято. Тогда я несколько иначе вас отрекомендую. Человек в поле, в сфере интересов которого лежит эстетика, эстетика другого, эстетика ветхого и так далее. То есть человек, который планомерно и издал книгу, которая, в свою очередь, в силу, наверное, определенной популярности уже получил не одно издание,
написал, именно посвященный кругу этих вопросов. Давайте мы оттолкнемся все-таки от того, с чего мы начали. Да, эстетика, как некая наука о прекрасном. Мы с вами до эфира договорились, что мы посвятим в том числе передачу разбору вот, недоумения того, что эстетика — это не всегда наука о прекрасном. Но все-таки вот сейчас важно создать некое культурное поле или проблемное поле, принято это говорить в науке, да, в котором мы постараемся повариться. Для этого надо определить некоторые дефиниции. Что же такое эстетика? Что же такое эстетика именно как некая научная дисциплина? Да, ну, я бы сказал так. Опять же, понятно, что эстетика можно определять по-разному. Но я предложу свое определение, для меня рабочее, как бы об этом немножко поразмышляю. Эстетика — это описание, артикуляция особого опыта. Вот этот опыт я бы назвал опытом чувственной данности другого. Вот, если мы напишем это «другое» с большой буквы. Или того, что есть само по себе. То есть для меня эстетика — это не просто некоторая область философских размышлений, хотя это так. Это прежде всего философия. Потому что с чем имеет дело философия как таковая? Ее интересует прежде всего то, что само по себе. Вот мы говорили в связи с проблемой специалистов, да, то есть некоторые первые начала, да, а что является первым, что является базовым, что является фундаментальным. То, что само себя обнаруживает. Не то, что через что-то другое, а то, что само по себе. Так вот, эстетика — это область, на мой, как я это понимаю, область философского знания, которая артикулирует такого рода опыт, такого рода феномены, такого рода события, в которых мы встречаемся с чем-то, что само по себе. Да, вот в нашем чувственном опыте есть такого рода переживания, которые мы легко можем объяснить. Ощущения, чувства, у которых есть причина. Выиграли в лотерейном билете миллион и сильно обрадовались. Вы прям возбуждены. Но в этом нет ничего интересного для философа, потому что здесь все понятно. Вы проголодались, да, и, наконец, насытившись, чувствуете удовлетворение. Тут тоже нет ничего интересного для эстетики. Вы испугались какой-то угрозы. В этом тоже нет ничего. То есть не всякое чувство вызывает интерес философии и эстетики. Эстетическое в философском его измерении, то есть чувственно-эстетическое, оно становится предметом философской рефлексии тогда, когда оно не имеет причины, если угодно. Вот. Беспричинно, если угодно, иррационально, само по себе. Оно имеет некоторый онтологический статус или событийный статус. Потому что, когда мы говорим, например, о прекрасном, то что здесь наше внимание может обратить? Да, в эстетике были разные подходы к пониманию того же прекрасного, да, но, в общем, свести их можно к двум моделям. А. Есть некие вещи, которые обладают определенным строением, формой, пропорциями, которые вот оказывают на нас такое воздействие. Да. Есть другая, скажем, линия в эстетике, которая пытается объяснить эстетическое переживание, исходя из там, устройства человеческой субъективности. Можно вспомнить, например, того же Канта, например, да? Вот. Но если мы обратимся к нашему опыту, как мне это представляется, то мы увидим, что никакой предмет, как бы мы его ни описывали, который действительно оказывал на людей какое-то такое потрясающее воздействие, вместе с тем не оказывает его с необходимостью. То есть устройство предмета, его структура, строение, форма, цвет, все что угодно, не может нам гарантировать, что мы, что мы испытаем чувство прекрасного, когда мы с ним встретимся. Нам говорят, это прекрасная музыка, потрясающая. Вы слушаете и ничего не чувствуете. Такое возможно? Да. Вы хотите, или вы человек с глубоким вкусом, вы имеете музыкальное образование, воспитание. Но опять же, слушая какую-то музыку, вы не всегда, которая признана замечательной, потрясающей, вы хотите пережить нечто, но у вас ничего не получается. То есть прекрасное не есть то, что дается субъекту, каким-то его способностям. Это не то, что принадлежит вещам, а это то, что случается в какой-то момент, захватывая человека с его способностями, чувствами и вещь или какую-то чувственную реальность. Да? То есть это всегда происходит, если происходит. Есть потому, что есть. Почему? Ни почему. Понимаете? Вот когда мы имеем дело с тем, что не имеет никакой причины в нашей эмоциональной, чувственной сфере,
И вместе с тем глубоко нас захватывает, да, завораживает, как бы выдергивает из обычного режима повседневной жизни, как говорится, шел и онемел, да, или шел и раскрыл рот, и обо всем забыл. Угу. Почему это произошло? Человек, тут и возникает вопрос, да, вопрошание то самое. А, собственно говоря, а что случилось? А какие причины, какие основания? Человек пытается, то есть, с одной стороны, это что-то, что его очень глубоко задевает, да, он испытывает какой-то внутренний душевный, например, подъем в случае прекрасного, но вместе с тем он не понимает причины. И это вызывает вопрос. Так вот, философия как раз в своей сфере эстетического вопрошания и эстетической какой-то артикуляции, построения языка определенного, пытается как раз прояснить вот такого рода странный опыт. Да, угу. Странный опыт. Его можно назвать еще чудесно. Угу. Чудо. Да? Ибо чудо, понятно, что опять же можно разные давать определения. Там и в рамках религиозного, богословского мышления, там, культурологического, философского. Но я бы определил чудо, например, как то, чего не может быть с точки зрения логики отношений вещей. Но что, тем не менее, есть. Этого не может быть. То есть нет причины. Угу. Вот, вот это и есть как раз вот такое нечто чудесное, да? То есть эстетический опыт — это нечто чудесное и таинственное, что вызывает вопрос. Угу. У Сергея Харужева, Сергей Сергеевич, да. Есть замечательный термин, который он вводит в свою синергийную антропологию. Тема разомкнутости. Mm-hmm. То есть мы должны быть разомкнуты навстречу иному, другому. Да. И, ну, будем сейчас говорить, что навстречу красоте, да, навстречу вот этому прекрасному. Вот в связи с этим вопрос, есть ли какие-то методики, механизм? То есть понятно, вот вы уже сказали, что есть человек, который слышит Бетховена, и его не слышит. Да. В значении не соприкасается, не солидаризируется с ним, не встраивается в... Не возникает искры, не возникает захваченности. Вот. Музыка есть, слух есть, восприятие есть, музыканты играют хорошо. Это то, что в Евангелии названо «имеющие уши и не слышат». Совершенно. «Имеющие глаза и не видят». Да. То есть мы вроде бы видим, но не видим. Да. Есть ли какие-то механизмы и методики, вот... которые бы человеку помогали бы созерцать, видеть и быть разомкнутым навстречу mm-hmm. этому откровению. Потому что в этом смысле, конечно, нас откровение ищет, оно нас жаждет, оно нас выпьет и кричит. Другой вопрос, что мы этого глаза не слышим. Да, это очень, мне кажется, важная тема, интересная. И очень правильно вы заметили. Я как раз и понимаю эстетический опыт как некоторый опыт откровения. То, что нам само собой открывается. Да? То, что нам дается в некотором смысле свыше. Это не от нас, не от вещей. Угу. Вот. Но можно ли к этому... Понятно, что дух видит, где хочет. И вот это очень важно для понимания эстетического, мне кажется, потому что оно может случиться где угодно. Но значит ли это и когда угодно, и неожиданно для нас совершенно. И изменить даже нашу жизнь, эта встреча, может. Но значит ли это, что мы ничего не можем здесь... со своей стороны предложить. Никак не можем как-то к этому подготовиться. Нет, не значит. Угу. Значит ли это, с другой стороны, что вещи, которые нас окружают, ну, все, так сказать, равно-нейтральны с точки зрения, ну, их возможности аффицировать, да, или вызвать в нас некоторое эстетическое переживание? Нет, не означает. Дело в том, что все-таки от человека многое зависит. Опять же, если мы имеем дело с другим, или с иным, да, или с Богом, или с истиной, угу. такого рода вещами, мы можем по-разному их именовать, то мы ничего здесь не можем получить силой, в смысле заставить, чтобы нечто произошло. Угу. Но мы можем действовать по принципу «стучите, и вам отворится». Да? И вот в этом смысле от человека действительно многое зависит. Да? В том плане, что он может быть или действительно закрыт, или может быть открыт вот этому зову, да, или этому окликанию человека, которое может, он может быть закрыт, и поэтому оно могло случиться, но не случилось. Он остался, человек остался глух. Он вроде бы слышал слова, но не слышал музыку или видел что-то, но ничего не произошло.
Вот чтобы оно произошло, то есть это не гарантия, а это некоторая готовность, да, пребывать в некотором смысле в готовности к тому, чтобы красота, например, если мы говорим о прекрасном, раскрылась тебе. Что для этого необходимо? Необходима внутренняя свобода, сосредоточенность, вместе открытость, да, внимательность. То есть для этого необходимо не быть закрытым в себе, в своих каких-то думах, заботах, там, обязательствах, планах. То есть когда вот я все это перечисляю, мы говорим о чем-то, где в центре нахожусь я. Я о чем-то думаю, я какую-то поставил цель, я к чему-то стремлюсь, я чего-то хочу. И я смотрю на вещи в этой ситуации как бы через призму вот этого своего желания, этой своей озабоченности. Тем самым я как бы отгораживаюсь от того, что происходит вокруг. Потому что если мы говорим об эстетическом опыте, то это некоторое переживание, которое хотя и нельзя полностью, и нельзя его как бы мыслить как связанное с вещами, вызывающими это чувство, с некоторой необходимостью. Но все же время, в то же время, если мы говорим об эстетическом опыте, то он всегда разрешается на каких-то вещах, каком-то пространстве, каких-то звуках. С другой стороны, да, в нашей телесности как бы резонирует. Так? И поэтому вот если мы внутренне открыты, то мы тем самым увеличиваем шансы, если угодно, да, шансы на то, что эта встреча, это событие, оно может произойти. Не значит, что оно... Это то, что называется осознанностью. Такое максимальное пребывание в моменте здесь и сейчас. Или... Это пребывание, естественно, но я бы не назвал это точно осознанностью. Это скорее открытость, я бы назвал. Открытость. Открытость миру. Поясню, почему возник такой вопрос. Я уже как-то здесь в одной из передач, не помню с кем, с одним из гостей, вспоминал цитату митрополита Антония Сурожского, которого спросили, а в чем вообще заключается духовная жизнь? И он говорит, проблема современного христианина в том, что он думает, что духовная жизнь — это значит молиться, когда ты моешь посуду. На самом деле духовная жизнь — это мыть посуду, когда ты моешь посуду. Хорошо. Вот это тоже ли самое, да? То есть в данном случае вполне себе рутинный процесс быта. То есть я мою посуду. Но что-то происходит в моем сознании, когда я мою посуду, да, то есть когда я, условно говоря, точка сборки моя вот в этой посуде. В том, что происходит здесь и теперь. Я думаю, да, потому что вот для того, чтобы нечто произошло, я должен целиком быть... Когда мы говорим об эстетическом опыте, да, то есть понятно, что я могу и целиком отдаться мысли. И тогда я думаю о том, о чем я думаю. И я целиком и полностью отдаюсь этому. Или это же важно и в общении. То есть я разговариваю с человеком, и я внимателен. То есть я не себя хочу показать, а слушаю другого. Очень редкое качество у ведущих современных, очень редкое. Они себя все показывают. То есть вот целиком... И когда мы говорим об эстетическом опыте, да, то здесь тоже речь идет о том, что целиком раскрыться и отдаться тому, что происходит. Ты видишь ландшафт, да, ты идешь по берегу реки, ты слушаешь музыку, ты смотришь фильм, ты читаешь книгу. Как вот некоторая презумпция доверия, открытости необходима. Как некоторые условия. Это, опять же, не гарантирует того, что эта эстетическая встреча с другим, да, с красотой в данном случае, если мы о ней говорим, да, что она случится. Но это некоторое условие возможности. Кроме того, если продолжить этот разговор, есть другая сторона, мы говорили, да, то есть вот те самые предметности, те самые вещи, которые все-таки мы неизбежно наше переживание и чувство, ну, например, прекрасного, связываем с определенного рода предметами, с вещами. А как это происходит? Это происходит апостериорно. Если дух веет где хочет, если эстетическое — это некоторое откровение другого или того, что есть само по себе, или истины, например, в форме красоты, вот, то после этого остается некоторый след. Да? То есть вот если я... Почему там роза прекрасна? Там, во многих культурах. Ну, правда, там в Китае хризантема прекрасна. И так далее. Да? Но есть некоторые в определенной традиции какие-то вещи, они считаются там, вот, прекрасными, например.
Так было всегда. Как произошло, что в культуру вошло, например, представление, что роза прекрасна? Она априори как бы прекрасна. Мы видим розы и знаем, что роза прекрасна. При этом мы ничего не чувствуем. Может, нам вообще васильки гораздо больше нас волнуют и тревожат там, эстетически. Да? Но мы знаем, что роза прекрасна. Мы это знаем. Но как произошло то, что в культуре вот есть такое убеждение, твердое представление, которое транслируется из века в век. Когда-то кто-то пережил некоторые события, когда он созерцал розы и написал о них стихи. Или рассказал о них, о розах, своим знакомым и друзьям. Или создал какой-то там, живописный, там, не знаю, орнамент с использованием розы, потому что она в его опыте прекрасна. И вот если определенное количество людей, какого-то рода предметы, переживает под определенным как бы углом зрения и описывает их посредством определенных терминов, например, красоты, да? А потом это выводит, так сказать, вбрасывает вот это пространство публичности, то происходит закрепление представления о том, что есть прекрасные вещи. И в каком смысле они действительно прекрасные? В каком смысле? В том смысле, что на них разрешилось это откровение. На них излилась вот это, скажем так, да, это на них излилось, и человек, когда он переживает прекрасно, он говорит, лучше быть ничего не может, да, то есть это само совершенство. Но какие-нибудь, опять же, васильки или ромашка может вызвать, она совершенно другой формы, отличается, и вообще не цветок. Мы тоже можем это сказать о прекрасном. О чем это говорит? И в то же время самое такое место, которое известно, что оно прекрасно, может оставить нас, опять же, равнодушными. Но, тем не менее, мы говорим о том, а как-то мы можем что-то сделать для того, чтобы испытать нечто прекрасное. Понятно, что если какие-то вещи оказались вот в этой точке вот этого опыта, этого события, то мы их запоминаем, и мы уже в дальнейшем от них ожидаем, что они произведут на нас какое-то впечатление. И, соответственно, когда мы приходим в картинную галерею или приезжаем в красивое место, там, к водопаду или едем в горы, мы, вообще говоря, уже настраиваемся, и мы ожидаем, что нечто произойдет, да? Что мы что-то такое испытаем, что, может быть, прежде никогда не испытывали. И в результате мы действительно можем что-то испытать, а можем и не испытать. Сергей Александрович, замечательно. Вот на этой мажорной ноте ожидания как многоточие, нам придется поставить сегодня многоточие нашей передачи, потому что время, к сожалению, наше подошло к концу. Но, на мой взгляд, мы сказали очень важные вещи, которые мы продолжим конкретизировать и уточнять в следующий вторник. Вот, я для наших телезрителей напомню просто о том, что мы, как правило, с гостем встречаемся некоторыми циклами, да, соответственно, эстетике у нас будет посвящено 3 встречи, 3 передачи. На сегодня я вас благодарю сердечно за то, что, ну, определенным образом напрягли ум. Мне кажется, это очень важно, пребывать в этом священном, сакральном напряжении. В общем-то, из него, может быть, и рождается внимание к миру. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий вторник присоединяйтесь вновь к нам. Мы продолжим разговор об эстетике.